Итак, всем привет, с вами как всегда Дезертир. И сегодня мы продолжаем проходить Assassin's Creed 4 Black Flag. Ну что ж, давайте приступим к нашим приключениям. Я думаю, самое время это сделать. Опять же, мы видим то, что вот в прошлой серии были куплены мушкеты, хорошие мечи. Я думаю, что я не зря потратился на это. Кстати, мне нравится, как он ходит и там отображается, видите, там. Все это дело. Кстати, вот интересно, а можно же из анимуса как-то выйти, правильно? Ну, то есть, выйти именно там. Выйти в главное, в чем отличие, интересно. Все несохраненные данные будут. Ладно, да, то есть можно, но... Можно, но не обязательно и, скорее всего, даже не нужно. Кстати, вот почему-то заметил недавно, что сама игра не лагает вообще, а вот на записи чуть-чуть фризы такие. Ну ладно. Я думаю, вас это не сильно расстроит, ребят. Но зато качество нормальное. Записываю, кстати, через XSplit. Мне нравится. Сделано. Система красива. В отличие от OBS может делать повышенную запись локальных файлов по качеству. Пробуем, кстати, поймать мелодию. Где-то она тут должна быть. Вот и поймали мелодию. Вообще, 3 секунды просто. Дринь! И у нас есть гитарная мелодия. Вот опять читать дальше, удерживать. Вот. Наконец-то есть. О. Ну и тут, собственно, без перевода. А, нет, с переводом, смотрите-ка. Пьяный в переулке. Боб под собой, я пьян в переулке. Хей-хей, так я пьян в переулке. Ну и так далее. Примечание, в смысле припевы этой штанги, шанти ведется много споров. Перевод приведен по одному из вариантов, где Билли понимается как пьяный. Баллый, точнее. Ну или... Ну, как-то так. Ладно, не знаю. Что ж, пойдем к миссии. Игра определенно не может не нравиться, на мой взгляд. Мне вообще все ассасины нравились. Я очень люблю лазить по зданиям, там, да, вот, ну, то есть. В свое время даже паркуром чуть-чуть занимался. Ну, правда, чуть-чуть. Вот, нас ждут уже на пирсе. Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Конечно, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Ты думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Упс. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, Синдуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно.
Так, там, кажется, ассасины. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Нет. Слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торос. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я вот тоже вот чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Ассасины! Сверху! Они на крышах! Ну, мы пока этих убьем. Следите за улицей. Они могут быть везде. Нам нужно убить всех ассасин. Всех крышавых ассасинов. Давайте быстренько это сделаем, потому что у нас хп не так много на самом деле осталось, как казалось. Да. Ну ладно, хоть согнали их с места. Одного из них я все-таки защитил. Ну, точнее, затащил. Одного сбросил с крыши. Зачищать мудреца! Вот, с остальными они вроде сами справились. Ну, почти. Нам надо держаться в любом случае в поле вот этого синего места. И мы должны защищать магистра. Что, прям красавцы, блин, вообще. Офигенно. Ох ты ж. Он и против ассасинов, и против всех, я так понял. Схватить! А нам, видимо, так сейчас не очень хорошо. Что ж нам вкололи? А тебе ловкости не занимать. Так, ну попробуем его сверху схватить. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ну не знаю, как это надо сделать, прыжок, нажмите использовать. Попробуем в любом случае. Стой! Ноги прострелю! Блин! Ой, идиот. Я надеюсь, он от нас не сможет убежать. Испытание пройдено. Сберитесь на высоту 500 метров. Чё? Я, по-моему, и выше взбирался, нет? Или там общее количество считается? А тебе ловкости не занимать. Это, видимо, он с ним разговаривает. Ну, как дурак по лестнице побежим. Так. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. По логике вещей я здесь быстрее доберусь. Стой! Ноги прострелю! Как ты меня достал, чувак? Блин, он вообще в другую сторону побежал. Чего?
чувак, черт. Тогда бывают вот такие вот моменты. Конечно, печально. Сейчас попробуем быстрее вот здесь забраться, если получится. А тебе ловкости не занимать! Получилось, ну ладно, хрен с ним. Да пойдем вот тут вот. Здесь быстрее вальс будет. Не усложняй жизнь нам обоим, друг! Ну да, в принципе, тут можно местами вот пройти как бы быстрее, чем он. Надо этим, конечно, пользоваться по-хорошему. Не спирайся, что ты стоишь. Стой! Ноги прострелю! Напали сверху на мудреца и поймали его на этот раз быстрее. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Хотя я использовал в итоге в бою пистолет, но это ценим воспоминания, мне понравилось бегать за ним. Поэтому это тоже будет 5. Потихоньку у нас начинает развиваться сюжет. Вот там можно, кстати, спасти пирата. Насколько я понимаю, даже двух. Даже двух. Это очень хорошо. Вы не того взяли. На что я восстался? Вот, два пирата. Можно каждого из них, по-моему, спасти, я так понимаю. Вот так вот. Избавляемся от них постепенно. И в итоге... Готов и... Готов. Все отлично. Капитан Кенвей, вовремя вы. Жду на борту. Да без проблем. Причем мы спасли двоих пиратов, значит, двое будет на нашем борту присутствовать. Блин, ребят, это офигенно. Мне уже нравится то, что мы набираем все команды, просто спасая людей. Ну, впрочем, кстати, это было в том же... В том же предыдущем ассасине, ну, который, вы можете помнить. Ох ты ж, как он прям выбежал, да? Ну, туда я заходить не хочу. Я, наверное, сейчас пойду к миссии сразу же. Хотя, я думаю, можно обыскать немножко тело. А вот в одном из них я найду либо бомбы, либо еще что-то. Но почему-то мне кажется, что я не найду ничего. А нет, вот пули заполнено. Награть 10 трупов заодно сказали. И дымовые бомбы заполнены, отлично. Монахи пришли меня посмотреть, что я тут делаю. Кстати, люди подгружаются по ходу действия, так смотрю. Тоже довольно интересная система. Ну, как бы мы же в компьютере находимся, то есть это простительно. То есть мы находимся в системе, которая подгружается, да, то есть и как-то так. Ладно, не важно. Давайте сейчас пойдем к следующей миссии. Уже мы к ней подходим. Сейчас это будет
допрос, я так понимаю. Мы в нем можем поучаствовать, скорее всего. Давайте освободим еще одного пирата. 10 на 10 Ох ты ж. Кусок дерьма! Сапог соскребать буду! Попытаемся отбить его побыстрее. И не успел я контратаковать. Там надо на Е нажимать. Не успел это сделать. В общем, мы спасли еще одного. Благодарю. Теперь я ваш капитану. Да, без проблем, чувак. Итак. Мы все еще бежим. Все еще бежим на новую миссию. Которая на самом деле находится довольно далеко. Чудный вечер, да? Нет, только это другая, видимо. Есть претензии, миссия называется. Какая жалкая подачка! 1000 реалов за эти карты! Это что? Всего 100 фунтов! И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Чуть не проговорился. Набивать фразу стражу из зоны слежки. Давай, не тупи, ё-моё. Так, еще один готов. Еще один будет вот тот. А тут пошел быстрее, лучше. Так, задание выполнил. Теперь попробуем выполнить второе задание, это избегать стычек. Здесь на всякий случай лучше подождать, пока он не пройдет. И аккуратно пройти дальше. Хочется и колется. Пробуем убить сначала этого, а потом убить того, кто стоит чуть поодаль. Теперь взять сундук. Ну, а теперь подумать о том, как туда забраться. И, в принципе, я даже... Как это можно сделать? Надеюсь, мне ничто в этом не помешает. Альто! Эй, Альто! No somos tan tontos! Se te acabó lo bueno! Блин, черт, вот это хреново, конечно.
Черт, провалил задание. Найдите стражника. Вот тот стражник, который нам, видимо, нужен. Или нет, вот, вот он. Так, ну про свист я помню. Альто! Так, убьем сначала этого негодяя. Ну а теперь в каком-то смысле, находясь в укрытии, подобрать тело. И спрятать его. Estás muerto! Черт. Ну вот ты тоже мне не помеха, так что все пофиг. А еще я хочу убить вот того вот чувака, и надеюсь, что у меня это получится. Отлично. Так, тихо, аккуратно. Не падай, главное, ё-моё. Теперь сюда. Оп. Вот так вот тихо и спокойно. Ассасин. Но кто бы это мог быть? Ну, либо он сам сбежал. Постоя! Так как тебя зовут, вор? Меня? Капитан, отвали! Грязная деревенщина. Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Ну вот. Нас обвинили в том, чего мы не делали. Ну вот как всегда. Эх... Тихая миссия, я люблю тихие миссии, хоть у меня они не всегда получаются. Тоже 5. Мне нравится. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец! Отец! Пойдем. Вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается! Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся... Золотые дублоны, я вижу. А я ничего не вижу. Там черное стекло было, кажется. La cena, cómetela rápido. А по-русски можно? Не, я, конечно, перевод понял, но да ладно. Голоден? И это все?
Так, кстати, что мне нравится задумал, вот эта друг? Тема. Найду оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Давай, давай, иди. Мерин. Навин. Навин. Взять что? Взять боеприпасы. Ну, три пули. Следующий. Ну, надо же выполнить дополнительное задание, правильно? Какой он у нас мощный чувак-то, а? Мне бы такой пригодился. Готово. Впрочем, взять боеприпасы давайте. Ну, я же нажимаю взять боеприпасы. Стоп, я могу еще кого-то убить. О! Ну ладно, не будем брать боеприпасы. У нас отняли все наше добро, но его надо забрать. Украдем бриг. Эй, бери, что нужно. Я мигом. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Весело. Мы обновили себе одежку. Так каков план? Освободить людей, потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в бухте. Чувак, иди сюда, давай. Мне нужно, чтобы я выполнил эту миссию. Плюс еще освободить пленников надо. Освободить 23 пирата. Про стычки там ничего не сказано, поэтому можно постычковаться. Оу, оу. Так. Попробуем пробить. Пробили. Хотя нет, вот здесь я уже вижу, что кровь таки вот здесь все-таки в игре присутствует. Оба-на. А он где? А он сверху. Так, пробуем за ним забраться еще. Заодно расследуем, исследуем, точнее, корабль. О, там низко лететь. Ух ты, круто. На. А вот черт, он нас заметил. Так. Готово, со всеми разобрались. И надо теперь освободить всех. А как их? А, освободить пленников. Но услуга за услугу. Поплывете со мной. Да за тобой хоть в пекло, друг. Круто. Так, освобождено 9 пиратов. 9 это не 23. Будем освобождать 23. Ты. Аккуратно. Будем освобождать 23. Ты нас
Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, jade, tabaco, lo que se te ocurra. Y agua. ¿A chao, капитана? Quieto. Что-то подлагивает местами иногда. Ой. Ой. Готово. 23, это, я так понял, на всех. На всех кораблях освободить, в смысле пиратов. Вперед, парни! Если суждено утонуть, то не здесь. Итак, бежим дальше. Мне очень нравится, как он сквозь канаты проходит. Ох ты ж. Preparaos para partir. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Qué pasa con los prisioneros? Que а ну-ка. Mejor ellos que nosotros. Да не ты, ё-моё. Ты мне нафиг не сдался. Мне нужно оружие подобрать. Вот люблю такие мечи. Ну, не мечи, а... Освободим еще парочку пиратов. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался. Ну, мы на этом не закончим. Ох ты ж, вот зря я на самом деле, наверное, так много себе врагов наставил. Хотя... Черт. Получилось сделать серию из 5 убийств. Так, ну здесь я больше вроде бы не вижу. А, стоп. Эдвард. Вот это еще вот там вот надо спасти пиратов. Брик это, по-моему, вот это вот небольшое судно, скороход, ну, быстроходное, насколько я знаю. Кстати, интересно, в любом месте можно забраться? Да, в любом. Ту! Пара! А ты догони, пара. Начнем примерно с такого убийства. И продолжим убивать. Еще раз, и ты тоже туда же. Круто. В серии 6 убийств. Точнее, это по-хорошему из 6, а так-то на самом деле это поболее. Так, где, собственно говоря... Ребята, которых мне надо освободить. Нам вниз. Видимо, там. Идет подгрузочка. Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Cálmate. Да успокойся ты. Детенте! Да, я не из вас.
Я вас убью просто к чертям всех. Да нет, чувак, это не выход биться со мной. Deja de retorcerte, pirata! ¿Me entiendes? ¡No te muevas! Готово. Итак, мы освободили, по идее, всех 20 с чем-то там. Идем на палубу. Готовься. Ну, я просто больше не видел пиратов. Я не знаю. Сколько из скольки? 23 пирата, да. Всех освободили. Мы прям молодцы. Я считаю, в любом случае, это правильно. Стоп. То есть выход был с той стороны. Это перестопало. Ну да, логично. Чтобы нам типа не бежать, все. Почему такая вот у нас интересная миссия получается? Да, миссия мне вообще очень сильно понравилась. Скорей, бога ради, скорей. Чего ж ты так боишься, а, пират? Видите капитана. Да без проблем. Подойти к борту! Дэвид Джонсон, станете петь, недоумки! Сейчас будет буря! Он дело говорит! Вы поднимайте якорь! Вы к фок-мачте! Вы к грот-мачте! Обгоним этот ураган! Хм. А вот и наш собственный корабль. И, видимо, сейчас будет то, что я люблю еще больше в этом ассасине, это кататься на... Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов. Вряд ли, слишком медлительный. Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело, справимся. Перезаряжай! Блин! Ударим по ним здесь, Кэп! Готов! Вот им и дорога! И последний! Блин! Проклятие! Ну? Ну давай, ну! Залп! Они открылись! Вдарьте-ка по ним, Сэм! Много этих псов! Держитесь под... С другой стороны. Сброс! Мы сейчас развалимся на части, капитан! Ох ты ж, мать твою! Это то есть мы от этого должны были уйти, что ли? То есть. Из желтой зоны поражения, то есть мы должны. Все, понял. Там такая желтая зона. Отдать! Следи за галеонами! Чтобы без сюрпризов! Вряд ли, слишком медлительны. Блин! Мимо цели! Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело, справимся. Держись! Нас задели, Кэп! Ну что ж, будем по ним стрелять тогда. Оторвитесь от флота. Ну, на самом деле, надо было просто выйти от... Берегись! Я вижу! Так, волны убийцы. Волны убийцы могут нанести огромный урон. Переверните корабль к ним носом, чтобы преодолеть эти волны без вреда. Если вам не удастся это сделать, нажмите «Удерживайте». Накидывай! Приготовиться! Топ-фалы подтянуть! Держись! О, да, и два корабля погибло. Блин, а нас чуть... Паруса отдать! Тайфун! Самих нет. А почему опять-то десинхронизация? Мы ушли типа за зону действия кораблей. Следи за галеонами!
чтобы вести пиво. Вряд ли, слишком медлительны. Глотни водички! Он идет ко дну! Глотни водички! Что, красава, там у него отдавай любые приказы, друг! Будет нелегко! Парни знают свое дело, справимся! Блин! Погода все хуже, капитан! Берегись! Я вижу! Вау! Почему волна идет с той стороны? Она ж... Черт, 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 черт! Поймать ветер! Ловим. Успел! Сколько есть? Присесть! Присесть, говорю, держись. Все, прошли эту тупую волну. Спустить паруса, ловим ветер. Тайфун! Тайфун. Так, ладно, мы от корабли уходим. Буря, нам надо идти вперед, вот тайфун. Блин, я уже предвкушаю нечто интересное. Но не знаю, насколько это будет интересно. Но то, что нам приходится отходить от тайфуна, и он еще тайфун, тут не один. Друг, обходи! Обошел. Вот еще тут предсказать, куда пойдет вот тот тайфун. Дело дрянь, похоже. Держи ровно, друг. Но круто, тут очень-очень много тайфунов, я так смотрю. Пока мы проходим мимо зон различных, которые могут нам навредить. Капитан, море поднимается. Нас чуть не засосало в тайфун. Ох, прям нас, видите, как тайфун разворачивает. Я вот креню вправо, да, то есть пытаюсь сделать, чтобы он вправо плыл, а нас тайфуном засасывало. Но вроде бы вырвались. Это жесть, конечно. Мне определенно это нравится, потому что мы управляем кораблем в такой шторм. Давайте, прям на волну должны, давайте. Заходим. Ура! Нам удалось зайти без каких-либо потерь, без чего-либо вообще. Супер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, идем прям в шторм. Черт! Прям в шторм идем. Блин, хорошо, что он мимо нас прошел. Так, все, вроде вышли. Вроде тише стало море. Вроде все хорошо. Но то, что нам дают, я не знаю, как бы будет нам вне миссии давать так плавать по морю или нет. Если да, это, блин, будет вообще офигенно. Уже недалеко. То есть, ну вот я сел на свой корабль, допустим, да, и поплыл куда хочу. Сказали, вроде мир открытый, может это имелось в виду? Еще б ты думал. Ой, ночка, боже мой. Видит Бог, едва вырвались из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. А давали? И кому он там давали? Бывал на Насау, а давали? Еще нет. Да, ну и потрепало его. Он мне нравится. Все на ют, парни! Плывем домой! Ну, видимо, это наш... начало нашего пути. Пиратский флаг такой.
Растрепанный просто. Убивать стражников, освободить пиратов. И это первая миссия, которую я прошел на 100%. И вот если бы здесь была оценка 10, я бы поставил ее. Но, блин, я даже случайно пропустил эту оценку. Но это нечто. Честно, мне очень понравилось. Я обожаю миссии на море. Я уже решил, АД. Пусть будет галкой. В честь ловкой птицы из моего детства в Суонси. Ловкая птица, а? Скажи, тебя задело, что я взял Брик себе? Я привык к такому обращению со стороны тех, у кого светлые лица. Верно. Тебя бы мало кто признал как капитана. Так какая должность загладит мою неловкость? Буду квартирмейстером. Не меньше. Пусть так. А найдется ли у квартирмейстера совет для его капитана? Стоит высадиться перед Насау, набрать воды, сходить на охоту. Что ж, резонно, друг. Решено. Будем искать спокойное место. Интересно, нам дадут его выбрать самим? Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерла нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. Спустить бомбы Марселя и Марселя! Живо, живо, живо! Капитан в воде! Да ладно! Чё, правда? Круто они на это реагируют. Капитан, главное, в воде. Я бы сказал такую фразу: капитан, идиот! Куда ты? Но нет, так плохо они с капитаном обращаться не могут. Зато мы можем взять вот ту вот фигню. По крайней мере, я так думаю. А еще там... Вот, отлично взяли. А еще здесь что-то есть. Открыть и древесина. То есть мы таким образом будем набирать вещи для нашего корабля. Ну, кстати, как вот в третьем Ассасине, там же, когда мы развиваемся, мы начинаем тоже набирать себе там команду людей, которые занимаются добычей леса, добычей там еще чего-то и так далее. Продают нам разные разные вещи и улучшают наш корабль, например. Вообще интересно. Жалко только там с пиратами нельзя там пообщаться. Капитану руля. Свободу гротам! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Ну, еще, кстати, одна вещь. Вон там. Надо ее взять. Справа! Ого, добыча! Держись! Паруса спускать! Хотя нет. Надать ход! Все наверх! Поднять паруса! Не знаю, ребята, может, конечно, вы на меня обидитесь и все такое, но... я буду, скорее всего, вот так это все делать. То есть, ну, не буду переключаться в основном... Рифить все Марселя! На... усиленную, так сказать, защиту. Точнее, ускоренное вот это вот кинцо, аля... Марселя и бомбрамселя! Вот, ну а на остров Абака, я думаю, мы, да,
доплывем в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Меньше хочешь! У нас прям ветром, смотрите, как сбрасывает. А вот. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. И я желаю всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Еще раз всем пока-пока. С вами был, как всегда, Дезертир.